Всех приветствую, на связи команда Crypto Leaders Club. Сегодня мы с Пашей. Паша, привет. Привет. Расскажем вам немножечко о компании Artery Network. Что ж такое Artery Network? Ну, это как бы, по сути, это приложение, на котором вы просто зарабатываете деньги. То есть ваш телефон превращается в печатную машинку денег. Как же тут зарабатывать можно? Здесь можно зарабатывать несколькими способами, пассивно или активно. Пассивно здесь как бы очень все просто, то есть покупаете монетки Artery, ARTR, кладете их на стейк, на делегирование так называемое, и получаете до 30% в месяц, от 21 до 30, то есть там все в зависимости от количества монет. Чем вы больше монет кладете, тем процент у вас больше. Активно здесь зарабатывается на партнерской программе или используя сами продукты компании. Продукты здесь такие: зашифрованный интернет, VPN, Artery Storage, это хранилище данных зашифрованное, то есть вы можете хранить любые данные, там фотографии, видео, все что угодно. И также при достижении определенного статуса вы можете стать участником сети и использовать такую функцию, как Artery Node. То есть подписывать блоки в сети, и за это вы получаете от системы вознаграждение. Так что вот такой вот способ. Паш, есть что добавить? Ну, добавить, в принципе, нету. Самое интересное, что компания-то стартанула не так давно, всего лишь 18 октября, а уже таких результатов добилась. То есть уже скоро, вот, скоро выход на биржу, уже будем вообще там лететь прям в космос. А ты заметил, что сегодня уже 99% монет продано? Уже осталось, короче, да? 5000 монет всего лишь. Это я видел. Кстати, у меня вопрос такой назрел. Почему ты выбрал этого Artery? Ну, во-первых, как бы здесь все простенько. То есть, по идее, разберется-то даже, как бы, не знаю, там, и бабушка, и дедушка, и молодой человек. То есть, что... Покупаешь монетки, кладешь, они приносят процент. Как бы не сложно, в принципе, получается. Что тут сложного? Ну, если ты как бы активно умеешь строить команды или как бы хочешь научиться этому всему, то тоже, в принципе, все несложно. Позвал своих знакомых, несколько человек, и уже ты как бы вместе с ними зарабатываешь. То есть они зарабатывают, и ты имеешь свой процентик. Вот, причем хороший процентик такой. Также, если ты будешь строить команду очень активно, то чем дальше, тем как бы ты больше повышаешь свой статус. А за статусы здесь тоже очень хорошие бонусы будут. Так что вот развиваться надо и зарабатывать. Способов тут много всяких разных, как заработать. Так-то да. Кстати, еще вот тут многие пишут вопросы такие интересные. Давай. Что это, пирамида какая-то, говорят? Да нет, пирамида как? Это что? Ну, как ты думаешь, что такое пирамида вообще, в принципе? Я? Пирамида я не знаю. Что для тебя такое? Ну, это кто-то что-то какой-то вот запустил компанию, и все, и потом все ему денежек накидали и забрали. Да, зовут там на что-то, типа, мы тут такую штуку придумали крутую, короче, приходите. Да. Собирают деньги, а потом всех кидают. Здесь как бы не такая система, здесь уже есть свой продукт, именно вот это приложение, то есть приложение, оно уже готово, на него деньги никто не собирает. Здесь уже все запущено и работает. И поэтому как бы здесь есть именно продукт. И поэтому это не пирамида. То есть пирамида, когда это зовут тебя на пустышку. А здесь есть продукт, он работает, он сам из себя делает деньги, как бы помогает тебе делать деньги. Так что, ну, по сути, да. Да, что это пирамида. А еще пирамиды запрещены законом, правильно? Да, да. Кстати. А здесь все официально, все легально, там как бы в приложении есть список документов, все лицензии, то есть все открыто, все легально, все показано, ну, да. Не скрывает. Еще тем более приложение же это, оно и в App Store, и в Google Play, а в App Store, я думаю, каких-то там
себе не позовет. Точнее, не будет модерировать приложение каких-то там мошенников. Ну, это да, да. Они за свои... за качество свое как бы ручаются. Так что это не пирамида. Так, тут еще у меня есть вопросы. Как начать зарабатывать и как раздавать память на телефоне? Во. А, ну, как вообще зарабатывать? В принципе, как бы... Что, покупаешь монетки, кладешь на стейк, это уже у тебя пошел заработок. То есть, если ты... Ага, это просто, самый ленивый, да? Да-да-да, но это как бы совсем просто. То есть, кто не хочет ничего делать, или как бы только начинающий, чтобы когда приходишь, ты еще ничего не знаешь, то есть, ты, по идее, можешь с первого дня уже начать как бы зарабатывать таким способом. То есть, угу. От скольки монеток можно начать зарабатывать? От одной. Круто. Да. Можно даже одну монетку, это сейчас где-то, по-моему, рублей 17-18, то есть купил одну монетку, положил, она уже пошла тебе зарабатывать. То есть, как бы, на следующий день ты уже получишь процентик с нее. Вот, а потом этот же процентик ты можешь еще кинуть, это уже получится у тебя сложный процент. То есть, там, в принципе, есть кнопочка такая в приложении «Ределегировать». То есть, это ты свой доход можешь сразу же плюсовать к тому, что у тебя есть уже на делегировании. Вот. Прикольно. И, да, больше и больше и больше и больше все это зарабатывать. А по поводу, что там второе было? Как раздавать память на телефоне? Что для этого надо? Память? А, ну, тут уже немножечко посложнее. Это как бы... Здесь есть такая штука, как тариф. Он стоит 1990. Ну, в принципе, что такое 1990? Это, считаю, сейчас как бы не деньги. Это у каждого есть. Не поешь мороженого там или не сходишь в кино куда-нибудь. В принципе, те же деньги. Но здесь ты можешь на эти деньги как бы круто подняться. Каким способом? То есть здесь покупается тариф за 1990. И он как бы активирует у тебя вот эти вот все приложения. То есть Artery Node, точнее, Node это попозже я расскажу. Artery Storage, Artery VPN. То есть ты уже можешь сразу же пользоваться хранилищем зашифрованным. Или интернетом зашифрованным. Но еще это открывается тут реферальная программа на 10 уровней. И вот именно с этой рефералки, как бы, если ты пригласил два человека, и каждый из них пригласил по два человека, то есть всего у тебя в команде 6 человек, и общее количество монет этих людей составляет 10 тысяч артери, то ты уже можешь раздавать память с телефона. Ну, ты, в принципе, и на второй вопрос ответил. Зачем тариф нужен и для чего он? Ну да, не, ну тариф это, во-первых, как бы у тебя включается, ты начинаешь полноценно пользоваться приложением, то есть вот всеми этими функциями. Вот. Ну и рефералка тут на 10 уровней вглубь, это вообще шикарно. То есть, как бы, ну да, это круто. Ты зарабатываешь там не со своих приглашенных, а уже там далеко с тех, кого ты как бы даже и не знаешь. Которых друзья друзей твоих друзей, как говорится. Ну да. Вот еще есть вопрос. Как быть, я не умею приглашать? Ну тут как бы что? Тут как по сути приглашать нету такого. Вы же все, вот, как бы мы все люди рекомендуем что-то, да, допустим, там открылся какой-то крутой магазинчик, там, ты зашел в него случайно, там увидел, что там такие цены, там такой ассортимент клевый, там тебе все понравилось, ты же пошел, рассказал там другу, позвонил, говоришь, что вот есть такой-то магазин, или кинишка какой-нибудь посмотрел там, там сразу же делишься с кем-то, с друзьями, что вот есть такой крутой фильм, советую посмотреть там и все такое. Также и здесь, как бы, это способ заработать, и как бы несложный. Почему бы просто не поделиться своими друзьями, чтобы всем вместе зарабатывать? Зарабатывать деньги, это как бы. Причем легко так зарабатывать, я думаю, это как бы любой хочет. Никто тебе не откажет в том, что ты, я не хочу зарабатывать. Просто надо все доходчиво объяснить, чтобы человеку было просто и понятно. И все. Какие тут приглашения? Тут не надо навязываться кому-то что-то там. Приходи, у нас так круто, там это. Просто показал, рассказал, а человек уже сам решает.
заставляет. Это да. Ясно. И такой последний вопрос. Почему уверены, что монета будет расти интересно людям? Ну, потому что, во-первых, как бы артери, как бы, у них свой блокчейн. То есть свой блокчейн и собственная монета. И на этом блокчейне будут строиться еще куча всяких продуктов. Там много всяких идей у них по поводу, к примеру, интернета без сим-карты, там свой будет мессенджер в следующем году. И собираются еще подключать компании, которые тоже будут делать свои продукты на этой монете. Ну, соответственно, что монета будет всем интересна. Это вот, во-первых. Во-вторых, вот первая эмиссия уже практически распродана. Чуть-чуть больше, чем за месяц. 10 миллионов было монет, сейчас вот осталось там 65 тысяч. То есть монет уже как бы купить можно будет только через биржу, которая, кстати, скоро вот откроется. Или у пользователей. Соответственно, это будет дефицит. А дефицит у нас создает рост. Так что вот. Так. Ну да, круто. Будем лететь только в космос, да? Да. Ну, я думаю, в принципе, мы разобрали все, что хотели, в принципе, разобрать. Ну да. Можно, по сути, и закончить. Да, так что, люди, думайте. Время осталось совсем мало. До последних монет. Так-то да. Будет рост. Потому что монетка-то и так растет. Вот за 8 недель она была 13 центов, сейчас уже 23. Это был искусственный рост. Сейчас откроется биржа и пойдет дальше. Все выше и выше. А проект будет только развиваться. То есть, скама никакого здесь не будет, потому что это блокчейн, это как бы такая технология, что не соскамится тут ничего. Проект надежный. Команда разработчиков надежная. И наша команда супер. Наша команда, да. Кстати, приходите к нам в команду, у нас обучение, даже если ты не умеешь приглашать, как это говорится. Там. Да, научим рабочих в соцсетях, научим приглашать незнакомых, если знакомых нету или очень мало, там, к примеру. Ну, в общем-то, так, наверное, да. И все, да? Да. Все, до новых встреч. Всем пока, да, до новых встреч. Счастливо, заходите к нам в команду.